Всем привет, у нас в продаже появляется Kia Ceed 2019 года выпуска с объемом двигателя 1.6 литров, который выдает 128 лошадиных сил. Задний раз сиденье у нас в хорошем состоянии, поскольку пятен потертостей и дыр. Переднее раз сиденье также в хорошем состоянии, поскольку пятен потертостей и дыр. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. У нас присутствуют 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, система курсовой устойчивости, датчик света, мультируль с круиз-контролем, хорошая штатная мультимедиа, кондиционер, обогревы передних сидений и руля, 2 подстаканника и центральный подлокотник. Если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные можно найти в объявлении. Приобрести автомобиль можно за наличный расчет по системе трейдинг либо в автокредит. Автомобиль находится в салоне столицы. Всех ждем!